Ну что, всем привет, ребят, с вами на канале снова Влад Новиков, и сегодня у меня на канале новая рубрика, это означает, что у меня новое видео на канале, и знаете, друзья, оно у меня будет не экстремальное, там, ну, я не собираюсь куда-то ехать там на велике, как всегда, там, путешествовать, экстремали, там, ездить, что-то еще делать, там, не знаю, по крышам бегать. Сегодня у меня самое-самое милое видео, милейшее, не знаю, самое трогательное будет. Сегодня у меня день рождения у моей мамы, она живет в другом городе, поэтому я взял уже билеты, купил, точнее, уже билеты, взял, забронировал. И вот у меня уже через часик будет поезд, я сажусь на него и еду уже в другой город. Как видите, у нас уже солнце, еще тепло, жарко, я в футболочке, ну а там у нас уже будет, в другом городе уже будет немножко будет холодно, так что я взял с собой немножко вещей. В эту сумочку я положил все. Вот. В этой сумке я все положил, все, что надо. Ну, билетик, документы, вещи, все, что надо, короче. Вот. Поэтому она даже не знает по моему приезде, что я должен приехать. Я еще должен найти, где они живут. Но я по локации уже по спутнику посмотрел, где они живут. Так что, друзья, увидимся в поезде. Ну что, друзья, я уже на вокзале, уже жду поезд свой, еще сейчас слушаем. Скорый поезд номер 821, Краснодар, Ильичинский курорт. Нет, это не мой поезд, у меня поезд 242, он прибывает в 3 часа дня, ровно, прям ровно в 3 часа дня. Точнее, или прибывает, либо мы уже убываем на нем. У меня 4-й вагон, и я вообще не знаю, с головы поезда ли сначала будет, и вообще на какой путь он приедет, я тоже не знаю, потому что я еще не видел. Вот. Ну что, друзья, я уже приехал в Красный Сулин, уже в город в этот. Я думал, тут будет очень холодно, но тут, оказывается, пока что не холодно. Я не знаю, встретил людей, которые ходили в футболке, в бриджах, все такое по-летнему, как у нас, в принципе. Но я не знаю, я еще ночью на остановках все разных выходил, и было очень-очень тепло, ну, можно сказать, духота, жарко. Вот, сейчас я буду направляться в центр этого города, буду искать магазинчики. Все, что надо, возьму и пойду уже искать, где живет моя мама. Вот, я уже с ней сегодня ночью общался, она писала мне, что, типа, меня не хватает, там, все такое, там, на день рождения. И она даже не знает, не подозревает, что я сегодня приду к ней на день рождения. Это будет нежданный сюрприз. Вот. Сейчас отправляюсь в город. Поэтому, друзья, буду снимать все не редко, а так кратко, вкратце буду вам показывать, чтобы, ну, фильм вам не делать тут большой, короче, вот. Поэтому, друзья, сейчас отправляюсь. Для вас это будет, не знаю, блин, пару минут, а для меня это, блин, не знаю, целый день был. Ехал я тоже долго очень, поэтому устал, я не знаю, вообще сильно очень устал. Я так никогда не уставал, так что встретимся в городе. Yeah.
Да нет. Сам ходил когда-то. Знаю. У нас в Сочи бы так не остановились бы. Не, у нас еще можно. Закрыл, да, я? Да, да. Спасибо большое. Вот, друзья, видели? Я не снимал еще тот промежуток. Я просто подошел и спросил, как до центра доехать. Он говорит, хочешь подвезу? Я такой, ну, давайте. Вот меня и подвезли. Заховался. Что там толкаться стоять? Даня. Алло, а ворота что, уже другого цвета? Зеленые? Коричневые, просто я уж говорю, думаю, уже не зеленые. Ну, я вижу. А только ворота закрыты. Ворота закрыты. Ага, так она так меня увидит. Ну, увидит она через окна. Не, ну вдруг она на кухне будет. А можешь позвонишь, скажешь, чтобы она вышла, ну там что-нибудь придумать, посмотреть там. Такое надо придумать. Ага. Хорошо. Да, ну вот тут у соседнего 14-го пока стою. Ну да, 14-й. Да. Все. Все, сейчас позвонит моей маме. Мне быстро надо перекантоваться, друзья. Волнительный момент. Привет. Чего ты понял? Так жарко. Спасибо, сюда.